Всем привет, с вами Штребух. В этом видео я решил организовать сходку фриганов в Санкт-Петербурге. Это просто уникальнейший контент, ребят. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И всем приятного просмотра. Погнали. Кирюха снимает стрим. Чё там, как находки? Да чё там, какая-то фигня на вас. Штребух! Я тут. Опа. Вот это забираем. Ништяк. Печенье. Блин, а тут насрано, я чуть не вступил. Помидорка вроде целая. Помидора целая. Машина открытая. Ну нафиг они нужны. Чё там? Мясо до 21 года. Офигеть. До 21 года. Это лосось для взрослых кошек. Вообще классно. Так. Печенье забираю. Что нашли? Сапожки. Что за бренд? Не знаю. Ну нафиг они. Всем привет. Меня зовут Фея Автостопа. Вконтакте подписывайтесь на мою группу. Ссылочка будет в описании. Тебя надо пропиарить? Нет. Чё там? Опа, пирожки, буцики. Айфон 6 нашли. Да ладно. Они нашли айфон 6, я в шоке. Да даже ладно. Я такой не находил. По виду не оригинал. Я там посмотрел, короче, он открыт и... Как не оригинал? Ну корпус у него хороший. Стоит. Аккуратно, вскрывай там шлейф и не порви. Я понял. А батарею просто меняли и все. Батарея не оригинал, и она вздутая. Да, оригинал батарея. А корпус вроде бы... Да нормально, это мне кажется Арик. Это Арик по-любому. Смотрите. Кстати, если у меня обстор, значит, проводок можно прямо сейчас воткнуть и проверить. А что, да? Давайте. В прямом эфире проверка уже. Давай, воткни, давайте. Пожалуйста. Такого вы нигде не увидите. Да, только надо ненадолго. Итак, ребят, проверка айфона. Работает! Я в шоке. Трещина. Но это ничего не значит. Посмотрим сейчас. Давайте я включаю iCloud. Блин. Ребят, айфон 6 из помойки, он даже включился. Кто нашел его? Я вот тут сидел. Бля, дай Петифана. Ребят, вот этот герой этого стрима, он нашел айфон 6. Да, молодец. Красава вообще. Да, я такое видел. Пиво нашел. Нефильтрованное, светлое. Да нафиг, я пиво вообще не люблю. Но если тебе надо, возьми. Ребят, кто на стриме смотрит, короче, представляете, iPhone 6 нашли. Ну да, идет вечная перезагрузка. Да, но постоянно он перезагружается. Чье? Отдай ему. Чувак, забирай свой iPhone. А как? Спасибо. Да что спасибо, ты нашел. Забирай, твое. Больше мобил не было, да? Че, мобил не было больше? Еще приставка была. Точнее, ну как вот это? Расскажи твои эмоции от такой находки. Ну вообще покрутил. А ты находил уже iPhone до этого? Нет, первый раз. А вообще телефоны к ней были? Нет, ну только кнопочные один раз. Ну вообще ладно. Ну короче, ты счастлив. Да, я вообще счастлив. Помойка кормит. Даже я такой iPhone крутой не находил. Ребят, чувак нашел и этот джойстик для компьютера. Офигеть. Он типа клон как будто для Xbox, ну корпус у него такой же. Ну да. У меня был Xbox. Да, и не говорит. Короче, можно подкинуть компу и играть. И играть в игры. Топчик. Это, ребят, самая нужная вещь. Часы настенные. Да. У тебя батарейка с собой есть? Да. Ребят, часы из помойки. Чувак вставил батарейку, и они заработали. Они просто в отличном состоянии. Работают прекрасно. Топ. Да, ставь кому-нибудь. Чё там? Ебать, какая-то хуйня. Это блок питания разобранный для компьютера. Смотри, что там еще есть. Здесь еще кофемолка. Кофемолка. Блок питания для компьютера. И, кстати, вот по нему видно, что он вообще не дешевый. Топовый блок питания. Надо его забирать. А этот разобран, не знаю, скорее всего... Не работает, хотя этот тоже разобран, но я бы его забрал. Да даже этот можно было бы забрать. Еще вот такой чехол для 7-го айфона. Вообще в отличном состоянии. Он как будто новый. Я его себе заберу. Был в этой коробке.
Нашли, ребят, нетбук. Офигеть. Что у нас внутри, ребят? Жесткий диск сняли, оперативку сняли. Крышки нет. Но система охлаждения на месте. В принципе, ништяк. Ну и батареи нет. Ну, скорее всего, он, конечно, не работает, но мы его по-любому забираем. Матрица у нетбука целая. Забираем. Еда подъехала. Опа, печенье. Требу. Что? Мы от тебя не отстанем. Офигеть. Давай все на общак. Вот, кстати, вау! Корпус от этого. Это корпус, от блока, да, питания. А вот блок питания. На 1050 ватт сюда, блок питания. Это мощь. Это мощь. Кстати, мышка игровая, походу. А, нет. А, ты еще что-то. О, а это, кстати, это жесткий диск. Wi-Fi. А, это Wi-Fi модуль. SATA кабель. Да ладно. Смотри, иди сюда. Да. У нас есть музон. Нифига себе. Ой, осторожно. Класс. Это правда, да. Ребят, вот эта тема. Блин, эта помойка просто шикарная. Вот это бомбовая помойка. Вот это вообще просто шик. Надо будет еще айфон всего положить для наглядности. Сколько мы всего нашли в одной помойке. Айфоны. Айфон мы уже нашли. Надо нам теперь MacBook и плазму найти. Сейчас это полезная штука. Все, ребят, ищем MacBook iPad и... пятого поколения. И iMac нужен нам. Да. О, смотри, штребух. Офигеть. Давай, покори меня. Покорю. Да ладно. Не, ну хуйня. Вау, это пирог. Он реально, он очень засохший. Да, да, фигня. Девочки, как вот вам вообще наш поход сегодняшний? Расскажи. Да? В шоке. Да, я тоже. Ты в шоке с находок? Ноутбука и айфона. А ты? Да, то же самое, в шоке. Просто девушки в шоке от айфона и ноутбука. Находки просто топ. Смотри. И ноутбук. Ну, нетбук. Вот. Это что? Это нетбук. В помойке нашли. Нетбук. Можно в центре. Ну, не, я думаю, нет. И айфончик шестой. Да. И блок питания еще. А я не знаю, кто выкинул. Хорошо, откуда я знаю, это здесь есть? Просто ищем, ходим везде. Мы же не только здесь роемся. Это у нас хобби такое. Хобби? Да, хобби. Хобби, да. Ну как? Ну вот, если такое находишь, что это нормально? Нормально. Хобби? Подписывайся на мой канал Штребух на Ютубе. Ну там вначале я начинал, там пусто было. Слушно. Че, тулим дальше, ребят? Здесь уже все перерыли. Все перерыли мы тут. Этот мужик был просто в шоке от увиденного. Нашли уже сумку еды. И тут, кстати, корм офигенный для собак. Помидорки, печенье. Еще одна помойка. И мы тут как тут. Здесь пополам. Половина стройка, половина что-то может быть. Ребят, ну тут реально что-то может быть. Особенно может быть. Вот в этом пакете. Да, да, да. Что, ребят, целый комп. Охуеть. Ребят, компьютер нашли. Смотрите? А, ну это полный. Да и пофиг. А мы не знаем, что там внутри. Ребят, нашли компьютер. Да, ищите дальше, а мы пока сделаем на него быстрый обзор. Ставь на пол. Обалдеть. Так, проверяем, что у нас по наличию. Видеокарты нет. Материнка без встроенной графики. Сразу видно, что не очень. Надо вскрыть крышку. О, вскрываем крышку. Итак, ребята, видюха. Я первый раз такую вижу. Комп полностью в сборе. Да, комп в сборе. Ой, даже дисковод есть. Ребят, короче, открыли крышку компа, там был Wi-Fi роутер Asus. Прикол, если бы деньги еще были. Там видеокарта была. И вот, короче, что у нас тут за процессор? AMD Athlon 64, походу одноядерный. Пятая. Очередная капуста. Очередная капуста. Вот ему везет на капусту. Компик вообще нормальный. Правда, я не знаю, как мы будем его забирать. Скорее всего, сейчас чисто заберем комплектующие, а это все оставим. Все-таки плата тут очень старая. Дамы, как вам очередная находка? Смотрите, 2001 год, я думаю, ведем что на помойку, как в магазин. Или как на базар. Да. Скорее, как на рынок.
Короче, я просто в шоке. Но с другой стороны, странно, что видяха для 2001 года с охлаждением таким, ну, да, массивным. Она выглядит, очень круто, и она очень с массивным охлаждением. Вот. Бесшумное охлаждение. Вот этот Wi-Fi роутер стоит дороже, чем эта видеокарта. Да, да, да. Это ты нашел? Это в компе было. Нет. В пакетике. Да. Мы открыли крышку, оттуда вывалился пакет. Да ладно. Вот с этим Wi-Fi роутером, с видеокартой. Это все было в компе. Это АГП, это старый. Может быть, это 8600 GTC? Пишут. На трех этих, это очень дорогая. 8600 GTC, ну это видюха. Не знаю, что это за видюха, но мы ее заберем. Это АГП, это старый формат. Wi-Fi роутер на три антенны, это, блин, по-любому классный. Все, ребят, забираем компик и идем дальше. Мы уже дней 5 назад, мы уже весь сыр отсюда выгребли. Сыр? Да, куча сыра. Поделитесь всякие. Я сыр просто обожаю. Я сырный наркоман. Че там, еда? Офигеть! Смотри, еды сколько! Че, блядь, здесь творится? Ебать! Тихо-тихо, ребят, спокойно. Без мата. Забираем самое... Шлеп, это чего? А, был шашлык, был шашлык. Шашлык был. Не, ну нафиг это надо. Давай мясо, короче, лобстеры, креветки, все берем. Красная икра, русское чудо, лососевое, офигенное. Охренеть. Нормально. О, еще. Пивку. А что это? Закуска? Красная рыба мне пивку. Красная рыба к пиву. Черная икра. Офигеть! Где черная икра? Ребят, банка черной икры, я в шоке. Икра царская, имитированная, осетровая, особая. Слушайте, ну вот этого не надо. Масло селёдочно-икорное. Складывай куда-то вот в коробку. Мы устроим такой шикарный пикник в конце сходки. Это будет жесть. Офигеть. Кто там говорил, что я еду подкидываю? Это не шашлык, это соус. Но я вижу, что это соус по-любому. Вот это целое вообще. А что за соус? А это соус, да? Вон написано. Соус растительный, маринад из шашлыка. Ну да. Давайте черную икру. Красную икру. Я не знаю. Морской микс в масле. Офигеть, мидии, я их просто обожаю. Мидии, вот это тема. Паштетик. Мидии. Офигеть. Опа. Маслица. Вот ну, тоже, ну, капуста морская так себе. Давайте лобстеров. Ребят, ищите лобстеров. Ребят, в этом баке было очень много еды, реально. Владос. Огурчики. Огурчики. Ну, я не знаю. Но это под закуску. Под водочку. Нет. Там под документацией лежит самые сливки еды. Да, это самый топ вообще завалили. Паштетики? Не, паштетов уже 10 штук. О, да, хватит, да, перебор будет. Не надо, пацаны. Жопа слипнется от паштета. Кому эти? Блин, уже нашли очень много еды. Икры красной. И даже банку черной икры, я в шоке. Сейчас намечается крупная поляна. Ну, а паштеты... Помоги, пожалуйста, понеси ее вот эту сумку, ну. Ты ж вообще пустой идешь. По пути к привалу мы зашли к одному бродяге, который жил за гаражами. Его даже тоже в новостях показывали, короче. Что он просто всех бросил, короче, сюда, ну, переехал. Типа как отшельник. Да, да. Смотри, он целый такой себе город построил. Смотри, там трон, короче. Смотри, все. Да. Жесть. Ой, смотри, трон его. Лобное место. Ну, это как в «Игре престолов», короче, такая тема, короче. Пиздец. Офигеть. Смотри, там прям утепленный дом, короче, ну.
А что, он здесь сейчас или нет? Да нет. Смотри, здесь прям вода сюда поступает. Его хапка. А, есть кто-то? А я тебя не ожидал увидеть. Вылезай. Помнишь меня? Да не, не, мы тебе с добром идем. Не бойся. Вылезай. Офигеть, я думал, его нет. Помнишь, я Саша, короче, я тебе пуховик принес там, вот, денег тебе давал, да-да-да. Офигеть, я не ожидал тебя, я приходил 3 раза уже, тебя не было. Ребят, на улице лед, а человек живет просто вот среди воды в шалаше. А мы, прикинь, по помойкам шаримся, короче, да. Рассказывай. Металл собираю. Как, тебя не обижает никто вообще? Еще мужик один в гостях был, так, как ты живешь тут? Нормально. Так летом туда как жак, туда даже можно купаться. Летом нормально, да. Но как ты сейчас? Ну, вот, слушай, а чем ты питаешься? Ну, по-моему, и курочку, и пельмени, и все есть. Ну, правильно. Картошка есть, макароны есть, и варю. То бишь ты true фриган, короче. Да. Потому что мы-то так больше по кайфу этим занимаемся, в армии поваром был, я в Вологу в этом деле. А как согреваетесь? С помощью костра? Да вот, да. Спиртик капелька, спиртовей и все, и загрелся. Слушай, ну выпить нечего, я бы знал, нет, чтоб давай. Ты, я бы купил, короче. Да есть и паленые водочки дешевые по сотке, а есть спирт по 60. Ну да. А не боишься ослепнуть там или что-нибудь? Так я питаюсь хорошо, стараюсь. У него такой утепленный шалаш. Здесь много всего интересного. Много газет, наушники. Человек отказался от обычной жизни и пошел против капитализма. Как вы видите, шалаш находится среди воды. Но тем не менее, это не мешает человеку выживать в таких условиях. Человек реально сильный духом. А никто из местных вас не пытается выгнать отсюда. Прикинь, молодежь его подожгли, короче. Один раз сожгли, построился по новой. Капец. У меня пол шалаша было сожжено. Почему вы выбрали вот такой образ жизни? Дома проблемы. Короче, у племянника белка бывает. И вот от его белочки... Вы страдаете. Вас выгнал племянник на улицу? Да. Я просто от него отдыхаю. Когда у него белка, он ёмнутый. Когда трезвый, нормальный. Ну, белочка, я тебя убью, тебя скину, тебе распилю руку, ногу, нахуй. Офигеть. В общем, дурдом дома. А я тут, у меня как санаторий здесь. Как дальше? А это вот чёртова дождя. Спасибо за это. Я не знаю, сколько. Ой, даже больше. Да? Не важно, сколько. Ну, ребят, главное, что хватит согреться. Ребят, с Новым годом вас. Да? И тебя, мужик. Дайте руку пожать там все. Геннадий. Гена крокодил. Гена крокодил. Гена крокодил очень сильный духом на самом деле. Главное быть оптимистом, ребята. Да. Да? Вот это правильно. Оптимизм как танк. В любой ситуации. Ладно, Ген, слушай, главное не помри, а. Нет. Разжигаем костер. Наконец-то. Да. Я надеюсь, у нас все получится. Но все не знает, если честно. Разводить костер было тяжело. Пришлось использовать все, что было под рукой. Даже пароварку. Сейчас пожарим сосисочки на костре. Вот это будет тема. Помимо этого всего, пришлось в магазине купить сок и кока-колу. А это все из помойки. Наборы к пиву, масло, шпроты, черная икра, красная икра, русское чудо, черная икра. Мы реально шикуем сегодня. Я считаю, что поляна вообще офигенная. Дегустируем икру. Как ее насыпать? А тебе надо сперва намазать маслом. У нас давай, же масло есть. Давай. Палочкой? Да, давай. Штребух для нас как Обломов. Только из помоек. Не, ребят, я не знаю даже, что может быть круче, чем икра из помойки. Новогодний бутерброд для штребуха. Ребят, бутик вообще пахнет изумительно. Ребят, это, короче, 10 мау из 10. Просто вот так. Мау! Жесть! Да. Ребят, кто хочет, полное говно. Во-первых, пересолено. Ну, клянусь, пересолено. Влад просто, очень добрый человек. Я его очень люблю, короче,
Ну, этот бутерброд был, ну, на 3 баллов из 5. Да я думаю, что это... Я думаю, вот это надо продегустировать. О, да. Просто лосось какой-то, ну такой полутухлый. Это набор для пива из лососевых пород. Не, реально вкусно. Во. Я не знаю, конечно, какая игра. Не, черный экран настоящий, но красный мне надоел уже. За много лет. Ну давай, ел. Ладно. Ну, давай. Действительно, вот эта икра. Черная икра? Тебе уже надоело? Нет, красная. Красная икра. А черная? Она слишком кислая стала. Лет 10 назад делали нормально, а последние... А сейчас говно, да? Ну что-то кислое, да, немного. Да, что-то не то. Но это же с помойки. Это я из помойки, господи, еще не пробовал. Господи, великан. Нет, из помойки я не пробовал красную икру, я не знаю. Это которая в магазине, вот та. Угу. Нехорошая. Попробую эту, может это вкуснее. Не оригинал, вкуснее, так наверное. Ты попробуй. Не, это я уже вот съел один пробу. Ну и как тебе? Да отвечаю, чуть ли не самая лучшая еда, которую я ел. Согласен. Я думаю, пора перейти к горячему чайку из термоса из помойки. О, да, сосисочки из помойки сейчас прожарятся. Будут, наверное, хрустящими и вкусными. Жесть, я горю, Штребух, давай дегустируй. Ну, в принципе, пока что ничем вкусным не попахивает. Говно? Не, ну, в принципе, нормально. Ну, давай. Ты думал, типа, я скажу, что это фигня? Нет, ребят, это просто кайф. Это самая лучшая сосиска из помойки, которую я ел. Просто потому, что мы ее в такой клевой атмосфере пожарили. Да, абсолютно согласен, да. Я думаю, сюда нужно добавить чего-то еще. Агушу я нашел. Давай дегустируй. Можно продегустировать? Обязательно. Пожалуйста. Ну, смотрите, собрались... Некие вот такие, как говорится, штребухи. Залуп элитных господ. Да, как подзалупная вот это. Наверное, нельзя делать. Это лед, это офигенно. Попробуй. Не, реально, первый раз я пью ряженку со вкусом клубники. Почувствовал прибавку? Да я обожаю клубнику. Сейчас горю нафиг, короче. Допивай тогда, чего? Сейчас красная икра. И потом громко. Можно попробовать. Это офигенно. Пускай каждый. Это очень круто. Лед со вкусом ряженки, со вкусом клубники. Это охуенно. Да я в восторге просто. Это офигенно. Это просто, это реально круто. А вилочку? А вилочку? Да, было, было. Вилочка, есть и ложечка. Славный дружи Обломов. Ну, и сейчас все будет. Давай посексуальнее. Смотри, как дружи любят. Смотри, вот так. Так. Масло забыл. Ладно, ну, переходим. Сейчас продегустирую. Продегустируй. Это вкуснятина. Заебись? Да. Молодец. Ну, все вкусно. Если с помойки, то круто. Да. Да, я тоже согласен. Ну, вообще вкусно. Очень. Только пересолено немножко. Да, да. Нормально. Так и думаю. Вишенка. На нашем торте. С сиропом. Да, вишня с сиропом. Ну да, брендовая. Блин. Я попробую. Вкусно. Ну реально вкусно. Ну, да, Влад, попробуй. Просто... Ты на самом деле знал, что ты хотел попробовать. Есть опасность сойти с ума после того, как ты это попробуешь, но только от счастья. Я, кстати, не прикололся, очень вкусно. Я чуть зуб не сломал. Кисленько, сахара мало. Ну, мое. А компотик? Да. Компотик сейчас. Ну-ка. Ну, сладенький. Да не, оно еще не прогрелось. Пора дегустировать Grow Food. Yeah, baby. Дядь ты. Ну чего, пахнет пластиком, потому что мы топили костер пластиком. Мау. Офигенно. Grow Food прям топчик. А гарнир как тебе? Гарнир говно. Пиздец. Ты сломал мои стереотипы.
Жестко сломал. Ты уверен в своих силах? Вот тут вот не стоит. Сейчас оценю гарнир. Ну да, он невкусный. С чем морская капуста? С майонезом и кусочками овощей. О, да. Нормально, съедобно. Ну, тоже одобряю, можно кушать. Ну, в общем, не зря пришел на сходку. Да. О, хорошо. Пирожочек просто заходит прямо в тему. Ну, немножечко там с песком. Вообще незначительно. Да, ребят, оставьте мне хотя бы хоть кусочек котлетки, ну. Можно я попробую? Давай на двоих. На разломи два, на две части. На два кусочка. Один с другой, другой с другого конца. Как леди и бак. Бля, запах охуенный. Я не буду мозги ебать. Запах пластика. Просто великолепно. Если не будет никто, я буду сам. На вкус офигенно просто. Просто я кушаю как обычный свежий продукт. Я хочу это съесть полностью. Пожалуйста, позвольте. Да, с хавой. Да без проблем. Ладно. Спасибо, Штрыбах. Да, да. Все давайте к гарниру. Потому что это я съел тоже с удовольствием. У меня все мало того, что пирог. Пацаны, я сегодня просто обжираюсь. Это в магазине стоит бешеных денег. Что вот это, что вот это. Давайте. Спасибо, что съел. Вика, расскажи, в общем, в целом, как тебе сходка, понравилась или нет, и расскажи твое отношение ко всему к этому. Ну, мне, конечно, понравилась сходка. Прикольно было вообще познакомиться с тобой лично. Ну и вообще с ребятами, классные ребята. Вот, было очень весело. Классные ребята бомжи, да? Ну да, почему бомжи, фриганы? Все прикольно, тут дегустация тоже была. А что тебе из еды больше понравилось? Хлебушек жареный на костре. Значит, ты не фриган. Почему? Я фриган. Ну, в целом, типа, я за только фриганцев, потому что, типа, общество потребления и это все перепотребление, короче. Много хорошей еды выбрасывают на мусорки, она просто там не достается никому, просто там гниет. А ты как считаешь, как тебе в целом наше мероприятие? Я узнал то, что тоже в Кудрово можно найти ноуты, айфоны 6. Да. Я очень был опечален этим фактом, потому что это не я нашел. Но теперь-то я знаю, что это можно найти тут. И буду более тщательно теперь помойку залазить. А сходка, ну, типа, классно. Вот Вика как-то сказала, ты Штребуха любишь и ненавидишь. Потому что когда он находит что-то, у тебя очень сильно ниже спины бомбит, что-то полыхает. Жесть. Но однажды я видел то, что узбеки ковыряются в помойке. Подошел, а там были остатки агуши валялось. Я так пособирал роскоши, которые они мне оставили. И с тех пор я вот очень часто за помойками шарахаюсь. Вот что бы ты забрал к себе домой на Новый год? Новый год? Ну, конечно же, красную икру, да? Тогда держи банку красной икры. Классно. Вот. Меня зовут Кристиан Марк. И один из самых лучших барабанщиков города Сочи. Имею уникальные руки. Почему уникальные? Пока об этом история умалчивает. Кайфую от того, что я двигаюсь на улице. Улица, она учит. Мне нравится на улице в принципе. Улица, она, во-первых, дает тебе понять, кто ты, что ты, зачем ты и что ты из себя стоишь. Кирилл, что для тебя фрига и как ты вообще к этому относишься? Я занимаюсь этим делом уже больше 5 лет, и поэтому я много чего повидал сам вообще. Сегодняшняя сходка подтвердила еще раз то, что в мусорных контейнерах можно найти не только там объедки всякие, а технику нормальную можно найти. Такое время, которое не подумаешь, что можно найти. Ну, я же говорил, что к чему. Ну, а почему я стал ходить по мусорным бакам? Ну, была у меня жизненная ситуация довольно тяжелая. В один момент там денег очень мало было. Хотелось каких-то себе вещей купить там. Радикальную машину изначально хотелось взять. Ну, я вот стал ходить, собирать банки алюминиевые. Начал с этого. Вот нашел пункт приема, там сдал. За первый месяц, я помню, 2500 рублей заработал. Но у меня зовут Кирилл СПВ. Я тоже решил участвовать в жизни Ютуба, показывать то, что у меня есть, свою жизнь даже буду показывать. Подписывайтесь на мой канал, ссылка в описании будет, и на канал Штребуха.
Мы не советуем этого повторять никому. Но если очень хочется, то в одиночку не стоит этим заниматься. Там разные проблемы могут быть. Можно замерзнуть, например, ходить и все. Ну, экипировка специально нужна. Всем здравствуйте, меня зовут Данила. Сегодня я посетил эту сходку с целью познакомиться с новыми людьми. Нашел сегодня iPhone 6 и компьютер, и комплектующий там кулер. Было очень это весело, интересно, мне понравилось. Останьте от меня, идите нахуй, короче. Среди всего, что мы нашли, я себе взял 3 упаковки корма для моей кошки, блок питания на 1000 ватт и видеокарту. Всем спасибо за просмотр, ну и все, кто из Питера, приходите на следующие сходки. Всех жду. Всем пока.